В Никеле подписан первый в Мурманской области энергосервисный контракт. По информации Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, предметом этого договора является энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Одним из преимуществ контракта является возможность привлечения внебюджетного финансирования, что позволяет сэкономить средства консолидированного бюджета Мурманской области, сообщается на сайте администрации района. Первый контракт на внедрение энергосберегающих технологий был подписан в рамках реализации проекта по модернизации наружного освещения городского поселения «Никель», который реализуется при содействии регионального министерства энергетики и ЖКХ и агентства энергетической эффективности Мурманской области. Согласно условиям контракта, за счет средств энергосервисной компании планируется заменить 272 старых светильника на новые светодиодные, каждый мощностью 70 Вт. Основными преимуществами нового освещения является лучшая светоотдача и меньшее потребление электроэнергии. Экономия составит около 500 тысяч киловатт-часов в год.